Здравствуйте, друзья! Сегодня рассмотрим спутниковый ресивер Евроский S4080HD. Ознакомимся с меню ресивера, ну и по ходу я расскажу про него поближе. Данный ресивер поддерживает форматы сжатия MPG2 и MPG4. Принимаемый сигнал может быть как в стандарте SD, так и в высоком HD разрешении. Дальше смотрим обзорчик меню, который в основном такой же, как и на других ресиверах. Есть, конечно, маленькие нюансики, но по идее большинство то же самое, что мы видим на других. Также я вам предоставлю дам на 5 спутников. Это мы увидим ниже в описании. И также поговорим, как запустить подписку CAMIT. Ну, это тоже будет уже внизу видно. И после перехода на мою страничку под названием «Аспекты EU». Там более подробно сможете скачать и получить все, что вы желаете для этого ресивера. Думаю, что это поможет вам усвоить спутниковый ресивер получше. Как же запустить подписку CAMIT? Включить любой канал, нажать и удержать кнопку Access, пока не появится активе ОК. Потом в меню CAMIT проверить статус. Если он не включен, то его включить. Примерно так. А как подключить интернет? Ну, конечно, по USB Wi-Fi адаптер. Ссылку, где его, ну, не бесплатно, но за очень маленькие деньги, я тоже вам покажу на своем сайте. Удачи вам, друзья! До скорых встреч!